В Борисоглебске в Центре социальной адаптации молодежи состоялась общественная дискуссия. Участники встречи, священники, миряне, православные, добровольцы, специалисты медицинской сферы обсуждали злободневные вопросы. Подробнее о проблематике и итогах мероприятия наш следующий сюжет. В конференц-зале Центра социальной адаптации молодежи Борисоглебска состоялся круглый стол. Мероприятие организовал благотворительный фонд святителя Митрофана из города Воронежа. Говорим о таких насущных проблемах, как вакцинация, ковид, в общем, затронем вопросы духовной безопасности, тезисы информационной безопасности, поговорим о проблематике современных международных трендов, я озвучу такие тезисы, как новая этика, экологизм, предел роста, всем известные такие категории, которыми пытаются сейчас измерить современность. В мероприятии приняли участие священнослужители Борисоглебского благочиния, педагоги, прихожане, представители волонтерских отрядов Борисоглебского городского округа. Мероприятие было посвящено теме безопасности в разных ее гранях – эпидемиологической, информационной безопасности, охране обществом психического здоровья граждан. Самое общее во всех этих проблемах то, что душевное состояние общества пошатнулось. Хотелось бы поговорить прежде всего о сохранении здоровья и, наверное, прежде всего, психического здоровья, не столько телесного, в связи с этой пандемией. Мы видим, что вследствие пандемии изменилось состояние людей. Они стали, с одной стороны, более тревожны, с другой стороны, более агрессивны. Вот для врача, для врача-психиатра агрессия и тревога, агрессия и депрессия – это две стадии одного и того же состояния немощи человеческой души. И во время пандемии пострадало отношение общества и церкви. С одной стороны, мы видим какое-то нарастающее количество религиозных людей, которые имеют какие-то свои обособленные представления о церковности, о том, как себя вести, они вообще перестают посещать храмы. Появляется религиозный приколаж, как говорят специалисты, то есть выдумка. Разрушаются отношения прихожан с церковью, с государством. Вот все эти процессы обнажила пандемия. Встреча, как отметили участники, вызвала живой интерес и обсуждение затронутых тем. Для того, чтобы обсудить эти вопросы, вопросы профилактики душевного состояния людей, вопросы профилактики коронавирусной инфекции, мы сегодня собрали преимущественно молодежную аудиторию. И мне кажется, этот диалог удался. Было очень много вопросов, связанных с пандемией, с вакцинацией, с информационной безопасностью. Диалог состоялся, мне кажется, эта поездка была полезна.